Председателем наблюдательного совета избран Денис Пынти, а заместителем председателя члены совета избрали Диану Захария. Секретарем совета стала Марианна Димова. В состав совета также входят Петр Златов, Дмитрий Кыса, Татьяна Односталко, Мария Узун, Лидия Аврамова, Ирина Дрангос. Председатель наблюдательного совета общественной компании ГРТ Денис Пынти отметил, что наблюдательный совет укомплектован и теперь может работать на развитие и укрепление имиджа компании. Я думаю, что мы продолжим тот путь, который начал в прошлом наблюдательный совет, на позитиве. Никто никого не собирается увольнять, никаких революций не ожидается. Но мы должны вместе с вами работать на благо Гагаузии и делать наш канал интереснее и разнообразнее. Новый состав наблюдательного совета ГРТ Народное собрание избрало 28 сентября. Из 26 кандидатов были избраны 9 человек путем открытого рейтингового голосования. Наблюдательный совет общественной компании ГРТ состоит из 9 человек и избирается сроком на 4 года. Исполнительный директор общественной компании ГРТ выразил надежду на плодотворную работу. Это люди, с которыми мы будем работать в следующие 4 года. Это люди, от которых зависит успех и благосостояние нашей компании, которые будут помогать нам и поддерживать нас во всем. В повестке дня наблюдательного совета значилось несколько вопросов. Один из них касался обучения сотрудников телевидения и радио в общественной компании Республики Турция ТРТ. В результате переговоров с ТРТ нам одобрили поездку наших коллег на тренинг в числе 10 человек. Подготовлена программа для обучения наших коллег. Полноценная, то есть в течение недели они будут проходить тренинг в ТРТ, им будут организованы выезды для записи интервью. Данный тренинг организован при помощи ТРТ и полностью, соответственно, покрывает расходы на переезд и проживание. Члены наблюдательного совета рассмотрели также организационные вопросы о проведении 16-й годовщины со дня придания ГРТ статуса общественной компании. Ежегодно она отмечается 29 октября. Марина Топал, Владислав Табачук, Мария Казаку. Новости ГРТ.